Ну что, дорогие дамы и господа, добрый день. Мы ждали, пока соберутся все наши гости, все наши зрители. Мы наконец дождались, и мы готовы начинать. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если вы тоже с нами готовы, если вы налили себе уже чай, либо кофе, если вы пришли к нам на вебинар. И мы готовы стартовать. Да, вижу ваши плюсики. Мы сегодня вещаем как на YouTube, так и на другие социальные сети. Поэтому, если ваших комментариев нет, я на них не реагирую, либо реагирую на какие-то другие, не переживайте, все в порядке, все по плану. Итак, о чем мы сегодня с вами поговорим? Большинство людей, как правило, не очень устраивается качество их прямых эфиров. И сегодня у нас наш вебинар будет состоять из трех частей. На первой части я расскажу, проведу воркшоп, как улучшить качество ваших прямых эфиров с помощью того, что находится у вас под рукой и с небольшими дополнениями, с небольшими покупками. Во второй части я расскажу вам об очень горячей, очень интересной новой акции, о новом крутом промоушене, просто невероятной вещи, которая позволит вам существенно ускориться. Ну и в третьей части нашего вебинара я проведу презентацию партнерской программы, в которой я покажу, как, собственно, подключиться к нашей компании, как подключиться в нашу команду, стать нашим членом и успешно действовать, зарабатывать и достигать своих больших, амбициозных, классных целей. Давайте начинать. Итак, все хотят улучшить качество своих эфиров. И для этого нам необходимо немножко технически вооружиться. Это совершенно несложно, и сегодня мы будем действовать в рамках двух приложений. И, возможно, если успеем, рассмотрим еще один сервис, но, скорее всего, его перенесем на следующий вебинар, поскольку материал довольно объемный, и чтобы вы смогли все воспринять и принять к сведению и использовать в своих прямых эфирах, лучше меньше, но точнее. Итак, приложение, которое мы будем сегодня использовать, как вы видите, это Zoom, это OBS и, возможно, Restream, но его, я думаю, перенесем и сделаем на этот счет отдельный вебинар. Итак, OBS – это страшный зверь, о котором многие говорят, многие его используют, но все его боятся. Я сегодня вам покажу связку, как можно сделать ваши созвоны через Zoom, либо ваши прямые эфиры приятно выглядящими. Давайте посмотрим, как это сделать. Итак, в первую очередь, что нам необходимо, чтобы было все хорошо, чтобы нас воспринимали здорово, чтобы у нас получился качественный эфир. Ну, конечно же, это звук, дорогие друзья. И сейчас вы видите у себя на экранах, на слайде, это петличка. Петличка Boya M1, она стоит всего 1000 рублей. Это совершенно не так дорого, согласитесь, но зато она позволит сделать потрясающий качественным звук вашего прямого эфира. Ну, вот, например, сегодня вы меня слышите именно через эту петличку. И напишите, пожалуйста, десяточки в чат, если меня слышно хорошо, пятерочки, если меня слышно не очень, голос, например, там прерывается, либо что-то подобное. Но я уверен, что все хорошо, поскольку очень много десятков эфиров уже проведено. И только за месяц, январь, поэтому я уверен в том, что все хорошо. Напишите, пожалуйста, десяточки, если меня слышно хорошо, и пятерочки, если меня слышно не очень. Вот, обратите внимание, на вашей петличке должен быть вот такой вот четырехштырьковый разъем, чтобы он воспринимался вашим компьютером, вашим смартфоном именно как микрофон. Вот, собственно, дальше что нужно сделать? Нужно проверить настройки, когда мы подключили его к компьютеру, либо подключили к камере. Как это сделать? Мы его подключаем в наш компьютер, заходим в настройки, вот как вы видите сейчас на экране. То есть это можно сделать вот даже таким образом. Нажимаем на динамик, нажимаем настройки звука, и важно убедиться в том, что у вас здесь написано внешний микрофон. Если написано, что внешний микрофон, значит звук у вас идет, вот сейчас вы можете убедиться, постучав по микрофончику, вы можете убедиться в том, что звук идет именно с него, потому что пошуршав по нему, вы видите, что да, все хорошо. То есть обязательно четырехштырьковый провод, вставляем его в наш компьютер, заходим в настройки, еще раз давайте повторим, повторение, как говорится, мать учения.
Заходим в настройки и видим, что это внешний микрофон. На всякий случай, чтобы убедиться, можно по нему постучать и увидеть внизу уровень сигнала. Он прыгает. Если так, то все хорошо. Ну и, собственно, дальше, друзья, основной лайфхак, который вам здорово поможет. Я уверен, что каждый из вас пользуется мобильным телефоном. Скорее всего, у вас смартфон. И, ну, наверное, если вы ведете вебинары, если вы являетесь членом нашей партнерской программы, то, наверное, у вас iPhone. Я предполагаю, но это не точно. И в целом это даже не так важно. А важно следующее, что камера вашего компьютера, она не очень качественная, но камера вашего смартфона, она весьма хороша и гораздо качественнее, чем, собственно, то, что у вас в компьютере. Поэтому что делаем? Подключаем ее проводом к нашему компьютеру. Я дальше покажу, как это делается, как настраивается в дальнейшем. Вот, собственно, подключаем эту историю. И дальше я вам покажу, как в OBS это настраивается. Буквально вот несколько минут, и вы это увидите. Дальше. Что еще очень сильно влияет на нашу картинку? Конечно же, это свет. И если вы подключите свет, вот как вы видите сейчас на слайде, я беру батарею, я беру вот такой источник света, он стоит, дорогие друзья, всего лишь 2500 рублей. Это дешевле, чем круговое вот это кольцо. Ну, мне так удобнее, потому что он с батареей и он вешается на камеру. Вот, возможно, это будет удобно и вам, но здесь нужно проверить. Вот, соответственно, что мы делаем? Мы вставляем, подключаем свет и видим, какая у нас будет совершенно иная картинка. Сейчас мы посмотрим, как это выглядит в дальнейшем. И здесь я вам предлагаю сделать что? Давайте сравним сейчас картинку с камеры, когда у нас камера MacBook'а и когда у нас камера iPhone'а в качестве основной камеры для ваших вебинаров. Что у нас будет по качеству. И попробуем еще это, все это с источником света. Собственно, нажимаем, смотрим, давайте сравним. И, на мой взгляд, очевидно, картинка слева – это картинка с айфона, картинка справа – это картинка с нашей веб-камеры. Ну, очевидно, что iPhone выдает гораздо более качественную картинку, как веб-камера, согласитесь, намного. А если мы еще возьмем источник света, то мы видим сразу, что видна кожа, видны волосы, видны все нюансы, которых не было просто при нашей веб-камере. Согласитесь, выглядит здорово. Вот. Ну и, собственно, теперь страшный зверь OBS. Да? Подготовительные моменты мы с вами прошли. Так, Василий, вижу вашу десяточку, благодарю. Подготовительные моменты мы с вами прошли. И теперь давайте посмотрим, как настраивается OBS для того, чтобы нам с ней работать, чтобы с нее вещать, чтобы ее использовать как виртуальную камеру для Zoom, в котором все мы привыкли созваниваться. Тут тоже ничего страшного нет совершенно. Давайте посмотрим, как это выглядит. Я специально для вас записал небольшие скринкасты для того, чтобы увеличить все необходимое, чтобы вы видели тот контент, то именно то, на что стоит обратить внимание. Вот, соответственно, заходим в OBS, создаем сцену и добавляем устройство захвата видео. Здесь, как мы уже с вами подключили наш iPhone, да, проводочком, мы заходим в устройство и, собственно, мы видим наш iPhone. Давайте посмотрим. У вас будет то же самое, ну, возможно, у вас будет, если у вас Android-телефон, у вас здесь будет просто написано другое название, но в целом история та же самая. Вы подключаете, и вы видите картинку с него. Теперь следующий момент. Для того, чтобы у нас не было лишних элементов, я рекомендую вам поставить вот такую программу, которая называется NDIFX, она бесплатная. Все ссылочки у нас будут в описании. И вот посмотрите, какая глубина резкости, да, у нас на простом айфоне. То есть спереди у нас все четко, сзади все размыто, все красиво. Замечательная картинка. Такую картинку никогда не выдаст нам наша веб-камера, согласитесь. Либо камера на нашем компьютере. Соответственно, нам необходимо задействовать эту камеру как основную, для того, чтобы у нас была хорошая, качественная картинка. Вот. Следующий момент. Заходим в настройки и вот здесь проверяем, что у нас базовое разрешение на 720p. Это нужно для того, чтобы у вас точно шел эфир, не лагал, чтобы у вас не было
ошибок, для того, собственно, для того, чтобы у вас нормально прошел прямой эфир. Вот, теперь давайте подключим презентацию. Здесь тоже все очень просто. Вы находите окно, либо PDF-файл, который вы хотите показать. Вот, соответственно, в Zoom мы сейчас будем вести картинку с презентацией, чтобы вы были не отдельно в окошке находились, да, а именно встроены, ну, так, чтобы все было красиво. Покажу схематично, чтобы вы поняли самое главное, как это настраивается. Итак, заходим в настроечки, добавляем импорт нового окна, и здесь находим, собственно, ваше окно с вашей презентацией, которое вы выбрали. Выбираем захват окна, и вот, собственно, мы видим сейчас на весь экран у нас идет презентация. Вот. И в зависимости от настроек мы можем сделать, показать для себя, для удобства другие слайды, все остальные. Вот. И важно теперь настроить, как вот торт у нас есть, да, есть основание, есть средняя часть, есть вишенка на торте. Так вот, ваша веб-камера — это вишенка на торте. Вам нужно ее сделать сверху, вам нужно ее подвинуть и подрезать вот таким вот образом, чтобы у вас было все грамотно и все правильно отображалось. Вот. Вы можете подрезать вот таким, например, образом, как делается там та же самая Татьяна Марычева, либо многие игроки инфобизнеса. Вот. Таким вот образом вы можете уменьшить вашу картинку, вашу презентацию, вот, для того, чтобы у вас вы поместились, и презентация. Вот. Плюс ко всему вы можете сверху, снизу добавить логотип, и тут уже кто на что гораст, как говорится, вы можете сделать любую картинку. Вот. Ну и теперь, собственно, финальная часть. Нажимаем просто кнопку «Запустить виртуальную камеру», вот, и переходим в Zoom. Когда мы переходим в Zoom, нам нужно будет настроить импорт этой виртуальной камеры, и все, и ваша картинка уже будет божественная, шикарная, классная, замечательная. Вот, собственно, давайте посмотрим, как это выглядит. Так, секундочку. Так. Для того, чтобы посмотреть, нам нужно взять маленькую паузу. Давайте возьмем паузу, буквально одну минутку. Я добавлю этот слайд, и вы увидите, как это добавлять в Zoom для того, чтобы использовать виртуальную камеру. Буквально секунду. Ну что, дорогие друзья, все хорошо, слайд оказался на месте. Давайте посмотрим, собственно, как нам добавить. Итак, включаем. И, собственно, все очень просто. Для того, чтобы нам добавить
нашу виртуальную камеру в Zoom. Нам нужно создать конференцию в Zoom и зайти в настройки. Все предельно просто. Сейчас мы его перенесем вот таким вот образом. Вот вы меня видите. Вот привычная картинка в Zoom с обычной камеры. Да? Теперь что мы делаем? Мы заходим вниз. Мы помним, что мы в OBS включили камеру. Мы заходим вниз. Вот здесь вот у нас виртуальная камера есть. Мы ее видим сейчас. У нас нажата кнопка. Теперь мы возвращаемся в наш Zoom. И в Zoom заходим в настройки. Вот, в настройки нам нужно просто зайти в настройки нашей камеры и выбрать виртуальную камеру OBS. Все предельно просто. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот сюда заходим, настройки видео внизу. И здесь в качестве камеры мы выбираем OBS Virtual Camera. Все предельно просто. Теперь вы видите, что та сцена, которую я задал в OBS, она здесь отображается полностью как камера. То есть мы можем переключать видео, мы можем переключать слайды, мы можем добавить свой логотип, мы можем вырезать зеленку, мы можем сделать все, что нашей душе угодно. Согласитесь, это очень круто и это очень достойно выглядит. Вот таким вот образом вы можете транслировать. И дальше вы можете транслировать, кнопочка на Custom RTMP, вы можете транслировать, собственно, на любой сервер, то есть это может быть рестрим, это может быть что-то еще, то есть вы можете транслировать на другие сервисы из Zoom, можете транслировать на YouTube, и у вас будет уже вот такая красивая картинка. Вот. Ну, а, собственно, если вы хотите транслировать в Instagram с Zoom, да, вы транслируете на YouTube, а дальше просто ссылку с YouTube вставляете в сервис, о котором я рассказывал 2 воркшопа назад. Ссылочки тоже обязательно мы добавим в описание, в котором показано InstaFit, называется сервис. Вот. И, собственно, в него вы можете транслировать, через этот сервис вы можете транслировать в Instagram. То есть вы берете ссылку с YouTube, вставляете туда, нажимаете кнопочку «Транслировать», и все, в вашем Инстаграме появляется картинка с YouTube. Та картинка, которую вы транслируете с привычного вам Zoom. Согласитесь, очень удобно. И таким образом качество ваших прямых эфиров вырастает за счет чего? Мы, давайте резюмируем на сегодня. Мы сделали звук хороший, качественный, с помощью петлички. Мы его правильно подключили, проверили, что все хорошо. Мы подключили внешнюю камеру в виде айфона, либо в виде любого другого смартфона проводом, и у нас получилась очень хорошая качественная картинка. Эта картинка будет гораздо качественнее, чем любая веб-камера, которую вы приобретете. Даже Logitech Brio, она уступает по качеству картинки с айфона, поверьте. Также мы добавили источник света. Цена вопроса тоже 2000 рублей всего. И у нас получилась вот такая история. И дальше мы все это настроили в программе OBS, создали виртуальную камеру, чтобы у нас транслировалась красиво презентация с логотипами, с нашей веб-камерой и так далее. Я показал схематично, можно здесь показать очень красивые картинки. Я, наверное, их добавлю дополнительно, если вам это интересно. Если интересно, поставьте троечку, пожалуйста, в чат. Какие варианты можно делать вот так в OBS, чтобы это круто выглядело, вот, чтобы потом их импортировать, например, в Zoom, и так вы могли бы созваниваться с вашими партнерами, транслировать на ваш YouTube и так далее. То есть все вот эти вещи, это было бы, ну, прям оптимально, если бы вы сделали таким образом. Так, дорогие друзья, вы с нами. Поставьте, пожалуйста, троечки, если все понятно, все хорошо. Так, и я напоминаю, что у нас по средам проходят воркшопы, вот такие образовательные. Это потом у нас появится все в базе знаний, и вы будете иметь к ним доступ. Вот это, например, воркшоп по видеомонтажу в программе VN на вашем смартфоне. То есть вы можете делать видеомонтаж прямо там. Это могут быть очень профессиональные видеоролики, в которых вы можете делать видеообращения к вашим партнерам. Вы можете записывать какие-то промо-видео и так далее. Вы можете стимулировать ваших партнеров, друзей, показывать вашу красивую, яркую, сочную жизнь и так далее. Вот. С помощью вот этого приложения вы можете все это смонтировать. Это совершенно несложно.
Вот. Также я сделал вебинар с воркшопом, где я показываю, как сделать топлинк, в котором вы можете разместить ваши партнерские ссылки, ссылки на маркетинговые материалы компании, где вы можете сделать свое видео, в котором вы делаете презентацию компании, как я делаю сегодня, как вы можете посмотреть. Сейчас буквально через 2 минутки я анонсирую вам очень крутую вещь, очень крутой промоушен, который очень здорово может вас ускорить. Но буквально вот 2 минуточки подождите, пожалуйста. И вы можете записать вот такое видео, выложить его в социальных сетях, выложить его в топлинк. Топлинк — это ваш персональный сайт, который позволяет с вами связываться через WhatsApp, через Telegram. Там вы можете разместить все ссылки, как я уже говорил выше. И это может быть очень эффектно. И самое главное, что это очень легко настраивается, очень удобно для вас. Это для вашего бизнеса. Мы стараемся усиливать наших партнеров для того, чтобы у них были крутые результаты. Ну а теперь, дорогие друзья, то, о чем я обещал, выполняю свое обещание и хочу вам рассказать, поделиться. Вот, а собственно, поделиться я хочу, дорогие друзья, чем? Мы запускаем новую потрясающую вещь. Мы запускаем промоушен, который называется «Гонка партнеров Solar Group». Всего 8 недель на достижение более высокого статуса. Я сейчас расскажу буквально все друг за другом, чтобы вам стало максимально понятно. Важно понимать, что вы соревнуетесь не с другими партнерами, а вы соревнуетесь с самим собой, с вчерашним. То есть твои результаты – это твои бонусы, это возможность хорошо заработать, это возможность укрепить своих партнеров, помогая им стать сильнее. Кстати, для самых шустрых и самых результативных партнеров мы предусмотрели особые бонусы, но об этом я расскажу немножко позже. О чем, собственно, речь? Что за гонка партнеров, да, гонка героев? Кто может участвовать в этой гонке? Если у тебя статус специалист, ты уже можешь участвовать в промо. Твоя задача в рамках гонки – получить статусы, а за это мы щедро отблагодарим супербонусами. А бонусы, поверьте, весьма и весьма существенно. Вот. Каждый промоушен, мы будем делать нескольких таких промоушенов в году, это катализатор вашего успеха. Это очень простой ускоритель. Ведь сами шаги для того, чтобы это реализовать, они также предельно просты. Делать больше за ограниченное время, делать умнее, простраивая структуру в глубину. О чем я хочу сказать. Условия очень просты. Если вы в течение 8 недель достигаете более высокого статуса, то есть вы достигаете статуса мастер со специалиста, либо статуса эксперт, либо профессионал, вы получаете бонусы. Вот. И, собственно, если вы достигаете за это время статуса мастер, вы получаете $100 на партнерский счет и 5000 инвестиционных долей. Что для этого нужно сделать, я расскажу немножко дальше. Если вы достигаете статуса эксперт, вы получаете $300 на партнерский счет и 20 тысяч инвестиционных долей. И опять же, если вы достигаете статуса профессионал, это прям топ, самый жир, как говорится, то вы получаете $500 на партнерский счет и 50 тысяч инвестиционных долей. Напишите в комментариях, как вам такие условия, как вам такой промоушен, вообще, в принципе, как вам такая идея, такое предложение. И пока вы пишете, у нас есть задержка буквально 15-20 секунд, как работать с промоушен. Здесь все очень просто. Вы читаете промоушен в личном кабинете, если что-то непонятно, задаете вопрос куратору и действуете. Все предельно просто. Личный кабинет сегодня у вас немножко изменился, я чуть-чуть дальше покажу, собственно, как он изменился и как это выглядит. Вот. И, собственно, если вы проявите свои лидерские качества, вы можете заработать еще больше. Тут все очень просто. Подтягивая свою структуру, подтягивая свою первую линию, вы забираете дополнительные бонусы. Если у вас за вот эти 8 недель до 17 апреля появляется в первом уровне мастер, вы получаете 1000 инвестиционных долей в качестве благодарности от компании. Если появляется эксперт, на ваш счет прирастет на 3000 инвестиционных долей. Ну а если вы сможете вырастить профессионала, то 8000 инвестиционных долей ваши. Представьте, какая гордость будет биться в вашем сердце, когда вы
просто, не просто вы сделаете промо, не просто его выполните, да, и заберете свои бонусы, но вы поможете своим партнерам вырасти, вы поможете получить им новые статусы. И, собственно, вы дадите их семьям ресурсы для роста и благополучия. Согласитесь, как это здорово, это действительно вызывает уважение, когда не только за себя, но и за других. Но, собственно, мы своих, как говорится, не бросаем, и мы всегда стараемся подтягивать партнеров, и вы это видите в сравнении с другими компаниями. И для тех, кто играет действительно по-крупному, кстати, мы предусмотрели супербонусы. Это корпоративные подарки от Solar Group. Мы отберем всего лишь 10 партнеров, самых сильных, самых мощных, с наибольшим количеством звезд, которые будут достойно вознаграждены. Ну, а, собственно, что за звезды? Звезды — это как раз-таки появившиеся у вас звездочки в личном кабинете. Это мастера в вашей структуре, это эксперты, это профессионалы. За каждого из них вы получаете, собственно, звезды. И в личном кабинете, я чуть дальше покажу, как это выглядит, это ваш прогресс виден. Напишите, пожалуйста, в чате, в каком статусе вы сейчас находитесь. Поставьте себе, то есть вы эксперт, вы профессионал, вы мастер, возможно, вы специалист и хотите ворваться в промо. Кстати, для специалистов это особо стоящая промо, потому что она позволит выйти вам на совершенно новый уровень. Напишите, пожалуйста, в чат, на каком статусе вы сейчас находитесь. И поставьте себе цель за эти 8 людей взять максимальный статус. Если вы специалист, вы можете взять мастера, но вы можете также взять и эксперта, согласитесь. Как минимум возьмите следующий статус, выйдите на новый уровень. И, собственно, если вы сейчас специалист, начиная со специалиста, вы можете принимать участие в промоушен. А вот в целом сама идея, принимая промоушен, вы в первую очередь принимаете его для себя как путь. Ведь результат — это одна история, да, это вот как в триатлоне. Можно ставить целью выиграть триатлон, да, выиграть Ironman. А триатлон — это у нас велосипед, это плавание и это бег. Это 15 часов работы. Ну, кто-то за 12 вывозит, но так или иначе, это очень большой колоссальный объем, колоссальная нагрузка на тело. И с одной стороны, можно себе целью ставить медаль взять, то есть всех обогнать, а с другой стороны, можно трансформироваться во время достижения этого пути. То есть, когда вы тренируетесь каждый день, когда вы выбегаете на очередную пробежку, вы меняетесь. Также и здесь, принимая промоушен, вы меняетесь внутри. И достигая, добиваясь очередных результатов, вы меняетесь, вы становитесь сильнее, становитесь эффективнее. Вот. И, собственно, если вы только начинаете путь, вам нужно стать специалистом. Для этого необходимо лично инвестировать $250. И, кстати, если у вас этой суммы нет, вы можете взять ее в рассрочку на самом деле. И поэтому войти очень просто, уровень входа минимальный. Вот. Ну и также для того, чтобы выполнить промо, вам нужно найти еще двое таких же, как вы, которые инвестируют всего по $100. Согласитесь, условия несложные. То есть $250 личных инвестиций, два инвестора на первом уровне, которые инвестируют $100 и более. И, собственно, суммарно, если посчитать, 250 ваших плюс 2 по 100 их, $450 – это объем инвестиций с первого уровня с учетом ваших личных инвестиций. Далее, если вы мастер, выбирая этот путь, вы находитесь в состоянии достижения цели. Вы буквально заразите всех своей энергией. Вы поднимете свою структуру. И здесь вам нужно $500 личных инвестиций, 3 инвестора на первом уровне с объемом личных инвестиций более $200. И, собственно, с вашей таким образом структуры объем инвестиций с первого уровня с учетом ваших личных должен составлять $2000. Тогда вы выполните условия промо. Далее. Условия достижения статуса эксперт. Чтобы стать экспертом, вам необходимо 1500 личных инвестиций, но на самом деле нет. На самом деле вам необходимо сказать своей структуре, что я иду на промоушен, я его делаю, я выполняю, давай со мной. И уверен, что ваши люди за вами последуют. Вот. Ну и, собственно, остается немного. Остается $1500 личных инвестиций, 3 мастера на первом уровне с объемом личных инвестиций более $500. И тогда суммарно $5000 объем инвестиций первого уровня с учетом ваших личных. Ну и, конечно же, самый топ
это статус профессионал. Представьте, какое призвание вы получите, когда вы не только выполните промо, да, не только заберете свои бонусы, но и подтянете на новый уровень своих партнеров. Я горжусь такими людьми. И чем больше вот таких людей будет в нашей структуре, тем будет эффективнее развиваться наше дело. А наше дело, оно благое, оно правое, и оно влияет также на благополучие наших с вами детей. То, в каком состоянии мы передадим им планету, зависит только от нас с вами. А, собственно, реализуя данный проект, мы улучшаем ее состояние. Итак, для того, чтобы вам достигнуть статус профессионал, вам необходимо 5000 долларов личных инвестиций, 3 эксперта в структуре, и тогда получается, что объем инвестиций первого уровня составит 10 тысяч долларов. Это условие достижения статуса профессионал. Василий Кашуба пишет: «Вы мастер». Здорово. Здорово, тогда получается, что вам нужно двигаться в сторону эксперта. Это вот с 3 мастера на первом уровне, 1500 долларов личных инвестиций и 5000 долларов суммарно от всей структуры. И тогда вы получите бонусы, которые я покажу немножко дальше. Вот, собственно, здесь на схеме мы видим, что суммарно мы видим схематично и понимаем, в зависимости от того статуса, на котором мы находимся, нам необходимо определенное количество личных инвестиций и личных приглашений. И чтобы общая инвестиция составила вот такую сумму. 450, если вы специалист, 200 мастер, 5 эксперт и 10 тысяч долларов, если вы профессионал. И, собственно, сегодня в личном кабинете, сейчас вы можете видеть это на слайде, у вас появился новый функционал, который очевидным образом показывает прогресс достижения ваших целей. Вы видите бегунок, да, который показывает рост, размер личных ваших инвестиций, инвестиций приглашенных вами партнеров, а также количество в структуре людей со статусами, за каждого из которых вы получаете доли от компании. Это отображено справа, с правой стороны, вот здесь зелеными звездами. Видно вам или нет? Вот эта история, вот в этой области находятся зеленые звездочки. Вот можете в личный кабинет зайти, и вы сразу увидите. Вот, собственно, за каждого мастера, эксперта, либо профессионала вы будете получать звездочки, и, соответственно, подтягивая свою структуру наверх, вы будете достигать, получать бонусы. Ну и, собственно, самое главное, вверху вы видите, сколько вы получите, учитывая ваш текущий статус, да. То есть вот если Василий у вас мастер, то в сторону профессионала, да. То есть вы увидите, сколько вы получите в результате выполнения промо. И также вы увидите, сколько времени осталось на выполнение промоушена. Если я не ошибаюсь, на сегодняшний день 59... Нет, наверняка ошибаюсь, мне здесь плохо видно, поэтому не буду лукавить. Вот, собственно, дорогие друзья, вперед за дело, желаем победы над самим собой в достижении получения новых статусов. Покажите свои лидерские качества, покажите, на что вы способны. Самое главное, сравнивайте себя не с кем-то, а с собой вчерашним. А самые результативные партнеры, они будут по-особенному вознаграждены. Поэтому, дорогие друзья, давайте возьмем это промо, давайте возьмем эти 8 недель на то, чтобы кардинально улучшить свое финансовое благосостояние, чтобы улучшить отношения со своими первыми партнерами, ну и, собственно, улучшить благополучие своей семьи. Давайте на эти 8 недель забьемся и двигаемся вперед в максимально крутом ритме, который будет вам доступен. Я вам желаю удачи, а сейчас буквально пауза. И мы продолжим презентацию партнерской программы, в которой я покажу, собственно, как подключиться, как стать нашим партнером для того, чтобы реализовать всю эту историю, если вы сейчас еще не являетесь. Либо вы можете посмотреть презентацию партнерской программы для того, чтобы освежить знания и для того, чтобы эффективнее провести эти 8 недель. Поэтому не переключайтесь, буквально минутку, и напишите в комментариях, как вам новая промо. Как вам условия? Готовы? Жду ваши комментарии.
Так, вижу ваши комментарии. Здорово, здорово. Я рад, что вам зашло промо. Я рад, что вам это интересная история, что вы готовы с нами двигаться. Ну а, собственно, теперь давайте обсудим, как же двигаться в этом направлении, да, что для этого необходимо. И я проведу презентацию про партнерской программы, собственно, в которой еще раз вы сможете освежить данные о том, как вы сможете достигнуть, собственно, ваших поставленных целей. Итак, вот уже 3 года компания Solar Group, наша компания, успешно занимается краунд-инвестингом для инвестирования проекта двигателей Дуйнова. В более чем в 200 странах находятся члены и граждане нашего проекта, что показывает нашу успешность и показывает то, что наш проект нужен людям, что он важен, что он востребован. С 2017 года вот мы уже работаем, и мы выбрали в качестве развития партнерскую программу. Это форма делового сотрудничества между компанией и партнерами, которые занимаются информационным продвижением проектов. Собственно, для компании это самый эффективный маркетинг, так как компания не тратит деньги на проверку рекламных гипотез и так далее. И при этом оплачивает партнеру только за результат. Ну а для партнера это наиболее эффективная история, потому что он понимает, что нужно делать, за что он получает. И учитывая то, какое количество маркетинговых материалов мы разработали, на какое количество языков мы их перевели, мы максимально облегчили путь нашим партнерам для того, чтобы двигаться не только в своей стране, но и в других. Собственно, партнером может стать любой клиент, который зарегистрирован в личном кабинете, который подписал партнерский договор. Компания выплачивает партнерам процент от покупок, и все это отслеживается по реферальным ссылкам. Дальше в личном кабинете я покажу, как это устроено, чтобы у вас было понимание, как с этим работать. И, собственно, преимущество нашей партнерской программы заключается в том, что она доступна совершенно каждому желающему, вне зависимости от его возможностей. Во-первых, у нас нет высокого уровня входа. Во-вторых, работать можно в любое совершенно время из любой точки земного шара, с любой аудиторией, говорящей фактически на любом языке. При этом пассивный доход партнера, он ограничен только его желанием зарабатывать. Вот. Зарабатывать с компанией можно очень просто. Вам достаточно порекомендовать, собственно, отличный продукт вашему другу, который совершит покупку, и вы уже получите свою первую комиссию. Вот. Также для партнеров компании существует карьерная лестница. И мы разработали несколько статусов, о которых вот вы уже слышали немножко ранее. Это статусы наших партнеров. Это партнер, специалист, мастер, эксперт и профессионал. И давайте посмотрим немножко подробнее на наш многоуровневый маркетинг. В зависимости от статуса увеличивается финансовая мотивация каждого партнера. Причем как в глубину, так и в соотношении процентов, которые вы получаете, собственно, от вашей структуры. И давайте посмотрим. Статус партнер предоставляется сразу после подписания партнерского договора клиентам. То есть вам нужно только подписать в личном кабинете партнерский договор, и вы уже можете зарабатывать с 4 уровней структуры. 15% с первого, со второго 4%, 2% с третьего и с четвертого 1%. Для того, чтобы получить статус специалист, вам необходимо уже лично инвестировать $250 в первом уровне. И, собственно, в вашей структуре должно быть минимум 2 инвестора с объемом личных инвестиций не менее $100. Общий объем инвестиций должен составлять не менее $450, тогда партнер будет зарабатывать 15% от первого уровня, 5% от второго, 4% от третьего, 2% от четвертого и 1% от пятого уровня структуры. Также для того, чтобы партнеру получить статус мастер, вам необходимо лично инвестировать в проект не менее $500. Вот. Соответственно, в первом уровне должно быть минимум 3 инвестора с объемом личных инвестиций не менее 200. И объем в первом уровне не менее 2000. Тогда партнер будет зарабатывать 15 от первого, 7 от второго, 5 от третьего, 3 от четвертого, 2 от пятого, 6 и по 0,5 от 7 уровня. То есть, соответственно, мы идем в глубину, как видите. Вот. Ну и, собственно, статус эксперт. Этот статус уже позволяет делать многоуровневые команды в разных странах. Это еще не профессионал, но это практически топовый уровень. Вот. Собственно, чтобы его получить, необходимо инвестировать $1500
в первом уровне структуры, и у вас должно быть минимум 3 партнера со статусом мастер с объемом личных инвестиций не менее $500. Вот, и тогда ваша суммарная ячейка будет составить $5000. Вот, тогда, собственно, вы будете зарабатывать 15% от первого, 7 от второго, 5 от третьего, 4 от четвертого, 3 от пятого, 1 от шестого и 0,5 с седьмого по девятый уровень. Ну и, собственно, финально статус профессионал. Вот, чтобы его получить, нужно лично инвестировать $5000. В первом уровне структуры должно быть минимум 3 партнера со статусом эксперт. И общий объем инвестиций в первом уровне структуры должен составлять не менее $10000. Тогда партнер будет зарабатывать уже 16 с первого уровня, 7 со второго, 5 с третьего, 4 с четвертого, 3 с пятого, 1 с шестого, с седьмого по девятый 0,5 и с 0,3% с 10 по 20 уровень. То есть представьте, как, насколько глубоко вы можете пойти, если вы выстраиваете многоуровневую команду, допустим, вы открываете новую страну и так далее. У нас было, кстати, очень интересное интервью с Бирди Гульшан Кумаром, нашим национальным представителем в Индии, который, собственно, рассказывал, как он открывал другие страны, на основе чего он принимал решение, в какие страны идти, а в какие нет и так далее. Очень интересное интервью, рекомендую вам его посмотреть, оно есть на нашем YouTube. Вот, и, собственно, в нашей партнерской программе существуют две ключевые особенности, которые выгодно отличают ее от других. В первую очередь, нет ограничений по регистрации в первой линии, то есть не 3-5 там и так далее, она может быть не ограничена в размерах, как это сделал Саша Манжула с помощью рекламных кампаний, с помощью обстоятельного подхода к маркетингу, он смог вырастить огромную многотысячную структуру. И во вторую очередь отсутствует риск обгона структуры, что позволяет создавать, собственно, многотысячные команды. И что интересно, после реализации проекта двигателя Дуйнова мы планируем запускать следующие проекты. И вся ваша структура, она вся останется с вами. И поэтому, строя бизнес сейчас с нашей компанией, вы создаете его на долгие годы вперед, дорогие друзья. Поэтому необходимо думать и держать в голове этот момент. Поставьте, пожалуйста, пятерочки, кто у нас уже является членом нашей партнерской программы, кто является партнером, поставьте, пожалуйста, в чат. Вот, а то я смотрю, что у нас не очень высокая активность, а хотелось бы, чтобы не только я вам, но и вы мне тоже давали какую-то обратную связь. И хочется быть вам полезным, но хочется чувствовать благодарность. Вот. И, собственно, для того, чтобы стать партнером, нужно сделать 3 простых шага. Все очень просто. Это регистрация в личном аккаунте и подписание партнерского договора в личном кабинете в разделе «Партнерам». Все предельно просто. И, собственно, теперь личный кабинет. У нас, мы его постоянно допиливаем, постоянно наши программисты добавляют туда что-то новое, и у нас очень хороший инструментарий создан для партнеров, причем все это в автоматизированном формате. Вот. И здесь давайте посмотрим. То есть мы здесь подготовили маркетинговые материалы на многих языках, мы сделали реферальные ссылки с метками, с метриками, для того, чтобы вы могли отслеживать свою эффективность и эффективность своих рекламных кампаний. Система статистики, система аналитики, опять же, бесплатное обучение с помощью вебинара, с помощью базы знаний и так далее. Все это мы подготовили для вас. Ну и, конечно же, круглосуточная информационная и техническая поддержка. Все это есть в нашем личном кабинете, который переведен на 21 язык. Ну, собственно, теперь давайте посмотрим более детально с уровнями вознаграждения партнера. Да, вот то, что мы прошли немножко раньше. Мы сейчас видим это очевидным образом. Это все у нас доступно в разделе «Партнерам» в подразделе «Маркетинг план». Там отображается ваш текущий партнерский статус, а также таблица с финансовой мотивацией для разных других статусов. Далее, маркетинг-план статусы партнера. Ниже в этом же разделе отображается информация об условиях получения партнерского статуса. Вот, эти условия, они довольно простые, и большинство партнеров уже на третий месяц получают статус эксперт, дорогие друзья. То есть это несложно. И в зависимости от выполненной квалификации вы получаете
сертификат, который вы можете распечатать и повесить на стену для того, чтобы еще больше было к вам доверия людей, которые приходят к вам в офис, где вы проводите встречи. Либо это может быть слайд на iPad, если вы с помощью iPad проводите презентацию, ну, либо любого другого планшета. Вот, собственно, он находится в разделе «Документы», подразделе «Партнерский договор» в вкладке «Сертификат партнера». Там же находятся и юридические документы, в том числе договор партнера, о котором я говорил. Здесь он переведен на русский язык и на английский. Вот, вы можете с ним ознакомиться. Далее, важно, в разделе «Партнерам» в подразделе «Реферальные ссылки» есть вкладка, называется «Список ссылок», и там расположены все реферальные ссылочки. То есть, если посмотреть, здесь у нас есть сайт проекта, ссылка на регистрацию. У нас есть ссылка непосредственно на сайт, у нас есть лендинг для инвесторов, лендинг для партнеров. Также есть у нас лендинг, вот здесь он расположен, для инженеров. То есть, если у вас есть талантливые ребята, которые что-то производят, и они делают это хорошо, здорово и качественно, если у них есть команда, если их проект может поменять жизнь миллионов людей, ну хотя бы сотен тысяч людей, да, то вы можете отправить им эту ссылку, и мы с ними свяжемся и рассмотрим их проект, и, возможно, после двигателя Дуйнова будет их проект. Вот. Но у нас уже есть сложившийся план, мы уже знаем, что делать, но вместе с тем мы рассматриваем новые проекты. Далее, в том же разделе, во вкладке «Генерация ссылок», вы можете создать ссылку с более детальными настройками. То есть не просто, где будет ваш хвост, да, вот как вот здесь. Здесь у нас просто хвостик в конце с вашей реферальной ссылкой. Вот. И что самое главное, как это работает. Когда вы отправляете ссылку, у человека в кукисах сохраняется информация о том, что он зашел в проект с вашей помощью. И пока ему кто-нибудь другой не пришлет ссылку с другим хвостом, у него будет храниться эта информация. Соответственно, вам необходимо довести человека до регистрации, до того, чтобы он открыл электронную почту и зарегистрировался, чтобы он уже был точно в вашей структуре. Это важно. Вот, собственно, вернемся. В том же разделе во вкладке «Генерация ссылок» вы можете создать ссылку с более детальными показателями. И вот здесь вот можно разобрать, да, здесь есть успешная, грубо говоря, ссылка и не очень успешная. Вот давайте посмотрим. Индия, Facebook сайт, да, у нас, вот давайте смотреть, переходов 4800, да, мне не очень хорошо видно, далеко от экрана от меня стоит, но вам видно, я думаю, довольно здорово. 530 регистраций, которые принесли 3800 инвестиций, это 22 партнера, и в итоге ваши начисления в партнерские составили $483. Согласитесь, довольно здорово. И в то же время вот вторая ссылка, да, вот она первая совсем успешная, вторая не очень, где у нас есть большое количество переходов, но есть регистрации, но совершенно нет инвестиций, соответственно, нет партнерских начислений. Таким образом, вы можете генерировать ссылки и смотреть, какая ссылка сработала хорошо, а какая плохо, какая рекламная кампания сработала хорошо, а какая не очень. Вот. Ну и, собственно, в разделе «Система аналитики» вы можете создать счетчики для Facebook, Facebook Pixel. Я сейчас вкратце расскажу о каждой из них. Facebook Pixel, Google Analytics и Яндекс.Метрика. Яндекс.Метрика нужно использовать на сайтах, которые расположены в России, потому что именно здесь это будет работать наиболее эффективно. Вы будете видеть, из каких регионов люди реагируют, то есть где лучше провести презентацию, если, допустим, у вас в Кемерово, либо в Воронеже, допустим, либо где-то еще, то есть вы будете понимать, какие регионы реагируют лучше. Вот, будете понимать, какие ссылки сработали, какие рекламные кампании и так далее. Ну, в принципе, на ваш сайт имеет смысл ставить все три счетчика: и Google, Facebook Pixel, Google Analytics и Яндекс.Метрика, для того, чтобы вы имели полную картину. И все эти инструменты, они позволяют одинаково эффективно работать как новичкам, так и профессионалам, которые занимаются продвижением проектов. Далее, в подразделе «Зарегистрировать» расположена форма регистрации, благодаря которой вы, как партнер, можете самостоятельно внести данные клиента. То есть вы, допустим, провели мероприятие, собрали контакты людей, которые были на мероприятии, и сами самостоятельно ввели их данные, то есть вы сокращаете количество шагов до регистрации. То есть им нужно будет только зайти на своем смартфоне либо компьютере
в электронную почту и нажать на кнопочку, чтобы подтвердить регистрацию. Все очень просто. Вот. Соответственно, вы можете также воспользоваться функционалом, который называется «Подарок другу». Вот. Это очень классная история, которая позволяет вам подарить 100 инвестиционных долей инвестору, и вы получите также 100 инвестиционных долей, если он, собственно, активирует свой аккаунт. Вот. То есть ему нужно будет активировать счетную запись по электронной почте и верифицироваться в течение 30 дней. В этом случае каждый из вас получит по 100 инвестиционных долей в качестве подарка. Далее, в подразделе «Структура клиентов» вы видите полный список зарегистрированных клиентов с ключевыми показателями, такими как контактные данные, сумма покупок, а также наличие просрочек и так далее по купленным пакетам, количество клиентов в структуре, дата регистрации и так далее. То есть вы можете все это фильтровать по предложенным параметрам, и вы можете с этим работать, соответственно, связываться с одним, с другим, уточнить, как у одного дела, как у другого дела, и, соответственно, таким образом поднимать свою структуру и с ней взаимодействовать. В этом же подразделе находится вкладка «География», то есть это может быть не Яндекс.Метрика, это может быть аналитика нашего личного кабинета, и вы можете смотреть по географии и по статусу, то есть клиент, либо это уже партнер, либо это мастер, специалист, эксперт, профессионал, кого у вас больше. Вот. И опять же страны, в которых вы представлены. Во вкладке «Статистика» из этого же подраздела вы видите общую информацию о структуре, о количестве зарегистрированных клиентов в первой линии, а также о сумме оплаченных покупок в структуре, сумма ожидаемых оплат в будущем. Вот, а также сумма полученного реферального вознаграждения и сумма ожидаемого с учетом оплат по рассрочкам. То есть так вы можете оценивать эффективность свою и оценивать потенциал своего пассивного дохода, что немаловажно. Вот здесь, в этой непривычной, возможно, да, вам диаграмме, партнерский счет, вы видите реферальное отчисление. Вот, и, собственно, красным здесь отображается вознаграждение по пакетам, оформленным ранее периода, а синим — вознаграждение по новым покупкам. Так вы анализируете свою эффективность и анализируете свой доход. Далее, что очень многих интересует наших партнеров, это как вывести средства, и в этом отношении мы довольно здорово преуспели. В нашем личном кабинете мы позволяем вывести средства на очень большое количество разных вариантов. То есть это может быть и банковский счет, электронный счет, это может быть криптокошелек, то есть там фактически все, что угодно. Все из существующих популярных вариантов доступно. Под формой отображается история заявок, история выводов, ну и можете посмотреть для себя, для статистики, как, что, когда вы сколько выводили. Вот. Также вы можете перейти во вкладочку «Транзакции» и посмотреть более детально. Далее, в подразделе «Перевод средств» расположена форма, благодаря которой партнер имеет возможность перевести средства с основного партнерского счета другому клиенту. То есть, если у вас семейный аккаунт, например, либо если у вас структура простроенная, да, вы можете перекинуть все на один счет, вот, ну и дальше выводить более удобным способом. Вот, одной большой суммой, например. Либо вы можете сподвигнуть вашего партнера на успешную работу таким образом, если перейдете ему какую-то часть средств, так сказать, его подбодрив. Но лучше подтянуть его выше, выполнив промоушен, о котором мы говорили сегодня во второй части нашего вебинара. Дальше. Для того, чтобы вы могли эффективно работать с клиентами, отвечать на их вопросы, мы создали раздел «Помощь». Там есть раздел, подраздел о проекте, в котором собрана вся ключевая информация о проекте двигателя Дуйнова. Там есть вопрос-ответ, где на все ключевые вопросы мы собрали все ответы, опять же, да? И все это существенно облегчает деятельность наших партнеров. Также мы подготовили в формате видеогид ответы на вопросы. Для очень многих людей это гораздо более удобный вид восприятия информации. И, соответственно, видеоинструкция по использованию личного кабинета, по выводу средств и так далее. Все это у нас доступно в видеогиде. Вот. И также давайте перейдем дальше в личном кабинете, в раздел «Партнерам». Есть подраздел «Материалы для работы». Здесь, собственно, вы можете найти Speaker Kits, тут находятся материалы для групповых презентаций или материалы с вебинарами на различных языках.
То есть в зависимости от того, с какой страной вы работаете. Вот. Также здесь есть презентация проекта двигателя Duinova, в которой также собраны материалы для вебинаров, для живых презентаций. Вот. Также мы по запросам наших партнеров собрали протоколы испытаний. Вот. Это, собственно, протоколы испытаний Славянки, в которых доходчивым образом показано, что технология эффективна, что технология действительно имеет место быть, что она, как именно она работает. Вот. То есть все вот эти моменты можно посмотреть в этих материалах для работы, для того, чтобы убедить, возможно, ваших клиентов стать вашими партнерами. Также, если вы находитесь очень далеко от федеральных центров, но хотите организовать мероприятие, мы подготовили промо-материалы, в которых представлена фирменная атрибутика проекта двигателя Duinova. Вот, собственно, это блокноты, футболки, ручки, то есть вы можете их распечатать у себя в типографии и, собственно, организовать и провести успешное мероприятие. Мероприятия дают очень хорошую конверсию, поэтому рекомендую вам пользоваться этим инструментом. Также на регулярной основе мы проводим вебинары, такие как сегодня, более чем на 10 языках. График вебинаров отображается у нас слева вверху, события вебинары. Вот, там же находятся события встречи, то есть вы можете посмотреть, в зависимости от того, в какой стране вы находитесь, вы будете видеть, ну, собственно, вы будете видеть все встречи, которые запланированы, и сможете прийти на одну из них. И также все самые актуальные официально подтвержденные новости проекта двигателя Duinova находятся у нас на вкладке «Новости». Вот. И, собственно, о проекте двигателя Duinova. Здесь вы можете с ними ознакомиться и, нажав на «Подробнее», вы можете их репостить. Вот. Собственно, новости переводятся на 20 языков. И в чем хороший инструмент репоста, который мы подготовили? В том, что он сразу включает ваш хвост реферальный. То есть, делая репост в социальные сети через этот функционал, вы будете задействовать реферальные ссылки. И люди, которые по ним перейдут, они будут в вашей структуре, если они подключатся. Вот, собственно, поделиться ссылкой на новость очень просто. Нажимаете «Подробнее», и там выбираете из списка уже социальную сеть, в которой вы хотите поделиться, собственно, этой новостью. Вот, и именно от вашей активности, на самом деле, в социальных сетях зависит результат. Результат проекта, результат, в первую очередь, ваш. Выполните ли вы промоушен, либо выполните ли вы результат, который вы поставили себе в качестве заветного, да? Вот. И партнеры очень часто используют социальные сети очень успешно для продвижения информации о проекте. Также мы собрали все наши мессенджеры в одно место, вот, и мы используем в основном Telegram, но также у нас доступен WhatsApp. Вы можете подключаться и следить за всей информацией и общаться с единомышленниками. Вот. Также на главной странице личного кабинета располагаются ссылки на официальные социальные сети, каналы в мессенджерах. Подписывайтесь, узнавайте самую актуальную информацию, ведь, как говорил Натан Рошель, кто владеет информацией, тот владеет миром. Вот. А, собственно, у него дела идут довольно неплохо, поэтому, наверное, он что-то в этом понимает. Вот, поэтому, дорогие друзья, я буду рад приветствовать вас в нашем международном бизнес-сообществе, в нашей партнерской сети. Вот, подключайтесь, и если у вас есть сейчас какие-то вопросы, пожалуйста, напишите их в чат, я с удовольствием на них отвечу. Давайте возьмем буквально 2-3 минутки, я возьму паузу, попью водички, вот, и пока жду ваших вопросов. Так, дорогие друзья, вижу, что вопросов нет. Тогда я предлагаю на этом заканчивать нашу сегодняшнюю встречу. Вам успешного выполнения промоушена. Я надеюсь, что вы зажжетесь этой идеей и за эти 8 недель сможете поставить себе цели и реализовать свой результат. И сможете подтянуть вашу структуру. Поэтому на этом на сегодня все, дорогие друзья.
поставьте десяточки в чат, если вам было полезно. А на этом позвольте откланяться. Хорошего вечера.